Чемпионат Костромской области по практической стрельбе из ружья. Мы сегодня хотим рассказать о тех людях, которые пришли сюда, в этот спорт. Шмык-шмык, 8, 9, 10. Я стрелковый сирота. Вообще оружие всегда мне нравилось, всю свою жизнь, с детства. Я не фанат, да, для меня это больше спорт. И ты начинаешь просто играть в лотерею. Попаду, не попаду. Бам, бам, бам. Вообще сначала привел страйкбол. В страдания времена тусовка, общение. Потому что мне это нравится. Все, точка. Привет, друзья! Меня зовут Андрей Шелестов, а это новый выпуск на канале «Оружейный барон». Сегодня здесь у нас, в Костроме, на деревне Холм, на нашем стрельбище, проходит чемпионат Костромской области по практической стрельбе из ружья. Собрались участники с 8 регионов – Москва, Тверь, Казань, Нижний Новгород. Больше 25 участников приехали к нам сюда посоревноваться, провести время и получить незабываемые эмоции. Мы сегодня хотим рассказать о тех людях, которые пришли сюда, в этот спорт, и которые с гордостью могут сказать: я владею оружием. Лет 10 назад, наверное, мы просто с друзьями решили, что, ну, мы уже взрослые дяди, и как бы, ну, по закону имеем право владеть оружием, и мы решили купить оружие. Просто пострелять по бутылочкам, по тарелочкам, по баночкам. Одно дело стрелять, ездить в лес, да, по капусте, грубо говоря. Другое дело, например, вот ты с инструктором занимаешься, у тебя есть галерея, там есть какие-то железки, тарелки, бумага, значит, вот эта керамика, которая вылетает. Вот ты стреляешь, что-то начинает получаться. Прогресс – это всегда здорово. Ты чувствуешь, что у тебя получается, тебе хочется еще. Идут первые соревнования, и вот соревновательный опыт по сравнению с тренировочным – это просто ничто. Это какая-то бомба взрывается внутри тебя, и ты понимаешь, тебе нужны соревнования. Мы накрыли 10 упражнений. Одно пулевое, одно картечное и 8 дробовых упражнений. Первый сквот приходит сразу на первое упражнение. Агена. Пуля вот за этим валом. Ага. Второй сквот вот приходит вот на это упражнение. Вот площадка, два упражнения. Третий сквот на дальнее, вон то. Четвертое, пятое уходит все туда. Старались сделать их максимально вариативными и интересными. Задача была такая, вот у нас, у строителей этого матча, чтобы людям понравилось, и они сюда еще раз хотели приехать, и не раз. Стартовое положение. Стрелок сидит на стуле. Спина прямая, оружие удерживает в руках. Положение номер один полностью заряжено. Звуковому сигналу поразить все мишени, не выходя за пределы площадки. Если закончили, разрядить, показать. Я никогда не занимался ни в каком клубе. У меня никогда не было тренера. Я стрелковый сирота. Началось с того, что на день рождения, который мы праздновали на даче, значит, друзья подарили мне пневматический пистолет. И ИЖ-35 такой переломный, вот, под свинцовые пульки, которые надо было переламывать. Вот, и, как говорится, и покатился. Потом мне жена подарила пневматическую винтовку. Потом купил себе первое ружье. Вот, совершенно случайно это оказалось помповое ружье Винчестер 1300. Я вообще не знал, что мне нужно, не знал, какое ружье я хочу.
Совершенно случайно первым ружьем у меня оказалось помповое ружье. Вот как-то начал стрелять с него. Я стрелял на заброшенных стрельбищах по мусору. Там по... В основном у меня мишенью были пластиковые пустые канистры от омывайки. Вот. И я вот так вот на мусорных стрельбищах стрелял по мусору, как-то так тренировался, потом подумал поехать на матч, приехал на матч и вот покатился. Подкидок еще зарядить. Стартовая позиция. Стрелок стоит напротив отметок, нанесенных на декорацию. Здесь. Оружие у бедра, приклад касается бедра, оружие направлено в сторону мишеней. Я владеть оружием начал со спорта. Ну, в целом, я на самом деле давно достаточно хотел чем-то подобным позаниматься. Я стрелял из пневматики, просто ходил там самостоятельно в тир. В какой-то момент в интернет я нашел объявление Вани Романова, да, который набирал группу на обучение практической стрельбе. У меня не было лицензии, то есть я как бы до этого ружье держал там пару раз в жизни и ни разу из него не стрелял. И, то есть у меня фактически первый выстрел из ружья был на первой тренировке. Вот, ну и как бы пошло-поехало, то есть я тренировался, то есть я два курса прошел у Вани Романова, ну и, соответственно, постоянно тренируюсь сам. То есть как бы я не фанат, да, для меня это больше спорт, да, то есть я как бы в ружье беру дом, когда холощу, да, и, соответственно, тренировки на соревнования. То есть как бы я вот не особо так вот погружаюсь глубоко в тему. Вот очень сложное пулевое. Вот я его завалил полностью практически, обнулился. Процедура выполнения. По стартовому сигналу поразите мишени по мере видимости, не выходя за пределы зоны, ограниченной штрафными линиями. Поппер активирует движку. Я считаю, пуля, упражнение было сложноватое. Пришлось завывешиваться, стоять на одной ноге. Потом нужно учитывать, что прицел, он находится над стволом. И когда ты стреляешь вот так, пуля летит, она летит примерно в ту же точку, в которую светит коллиматорный прицел. То есть в красненькую точечку пуля, она примерно летит. Но когда ты вывешиваешься и наклоняешь, то есть пуля уже летит, она немножечко вбок летит. Потом пришлось вывешиваться, то есть это качение, это сердцебиение, все это накладывается, и ты начинаешь просто играть в лотерею. Попаду, не попаду. Бам, 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 бам. Внимание! Нет простых упражнений типа вот стой и стреляй 8 штук, да? То есть бам-бам-бам-бам-бам. Нет, такого нет. Длинное упражнение на 28 мишеней. Очень хорошее. Несмотря на то, что там с одной позиции, например, 6 мишеней видно, да? То есть как бы тоже стой и стреляй.
Этот узенький сектор, он проходится в движении, это Spitfire, это очень здорово. То есть вот эти все возможности попробовать себя, показать что-то, самому себе немножко доказать, да? И как бы это опять же опыт, это все накапливается. Шмык, шмык, 8, 9, 10. Я очень люблю ездить по матчам. Просто вот меня никто не заставляет сюда ездить, мне просто нравится. Отличный, нормальный вот такой вот местный региональный матч. 10 упражнений, пуля, картечь, все, что надо есть. Отличные упражнения, очень интересные, сбалансированные. Вот, упражнения прям в огонь, прям упражнения понравились. Помпа сложнее, чем полуавтомат. В плане то, что нужно больше разное движение координировать. Вот всю эту стрельбу, перезарядку, переходы и так далее. Она из-за этого чуть сложнее, чем полуавтомат, но чуть медленнее. Поэтому мне интересна помпа, я не хочу переходить в полуавтомат. Вот, как бы, мне интересно обстрелять полуавтомат с помпой. Мне интересно обгонять полуавтоматных стрелков, стреляя с помпы. Пока бежишь, никаких эмоций нет, в голове пустота, и вот руки, ноги все делают сами. Когда закончу, то вот так вот все. Получилось там или не получилось, но как по-разному бывает. Я вот ехал там с идеей попробовать движение в стрельбе. В движении не получилось ничего. Вот. Зарядка сегодня накосячила. Первые там, третье упражнение я сегодня реально слил. То есть что-то спешил, посыпалось, не пошло. А потом там, во второй части упражнения начал делать то, что умею. И от этого уже получил кайф. Я молодец. Очень четко стрелялся. Да, спокойненько. То есть я осознанно понял, что я матч проиграл. Во-первых, сам для себя проиграл, да? Ну все, проиграл, и бог с ним. Ну, вторую часть кайфанул. Вообще, сначала привел страйкбол. В страдания времена тусовка, общение, ну просто контакт, коллектив. Потом страйкбол просто перерос, он стал скучен, и случайно купил вепры 205, ну, которые в опене ребят стреляют. Купил, на самом деле, просто из серии «давай куплю». Вот, соответственно, он в сейфе стоял, наверное, года 3-4. И мне ребята просто случайно говорят: «Слушай, есть такая история, как практическая стрельба». Поскольку в страйкболе как раз была движуха, соответственно, здесь тоже понравилось это движение, перемещение, подсчет, и постепенно втянулся в этот коллектив. Я увидел у знакомого аватарку в одном из мессенджеров. Вот, стало интересно, позвонил Рустему. Вот, он оказался руководителем направления по ружью Федерации практической стрельбы Республики Татарстан. Вот, переговорили, сказал, что мне это интересно. Он говорит: приезжай на соревнования, посмотришь. Внимание! Ну, точно это первый раз такое упражнение для меня. Вот, называется оно «Пыль». Это когда в стационарном закреплены керамические тарелочки. Вот, действительно выглядит эффектно. Когда попадаешь, она действительно в пыль превращается. Вообще оружие всегда мне нравилось, всю свою жизнь, с детства. Внимание! Для меня оружие стало в последние года... Это одна единственная отдушина, при которой я могу отвлечься от всего. От работы, от всех насущных каких-то проблем. Я приезжаю на стрельбище, и там 2-3 часа просто выключаюсь и занимаюсь только этим.
Мне это очень нравится, и только хотя бы из-за этого я буду продолжать и буду как бы это делать. Наверное, если нарисовать портрет человека, который находится в стрелковом спорте, субъективно мое мнение, это, во-первых, человек, который, наверное, выдержан. Здесь вот именно для меня все-таки это культура обращения прежде всего. И портрет человека, который приходит сюда, это человек, который растет над собой, и это помогает на самом деле расти и в других моментах, как-то дисциплинирует, наверное. Вообще, мужчина, он, по идее, как бы воин, да? Например, кто-то занимается восточными единоборствами, например, да? Кто-то боксом, кто-то еще чем-то. Вот эти навыки, традиции боевые, они как в охотниках у нас, как в воинах. Генетическая память, она все равно дает о себе знать. И хочется как-то это реализовать. Поздравляем. Спасибо. Спасибо. У меня есть охотничье на оружие. Я охочусь. У меня есть спортивное оружие для спорта. Вот. У меня есть травматическое оружие. Потому что мне это нравится. Все, точка.